Ну и к другим темам. Играли на польском, пели на русском. Так, театр «Рампа» из Варшавы представил сегодня на Волковском фестивале спектакль «Ласточка» по тургеневским живым мощам. Новые прочтения русской классики международный форум показывает до конца недели. Марина Смарагдова из Волковского. Сегодня 7-й день Волковского фестиваля. На сцене старейшего русского будет звучать польская речь. В Ярославль приехали артисты из Варшавы. Они ставят Тургенева. Мне люди телевизионные. Угу. О, да. А то этот сканер был на впереди? Нет. Да, он был впереди. Он теперь был впереди? Пан Анжи за световым пультом Волковского впервые. Ему помогают ярославцы. Он из того поколения поляков, которые учили русский в школе. Так что никаких языковых барьеров. Роксана Викалюк не просто исполняет все песни спектакля, она еще и композитор. Аутентичные русские, белорусские, старославянские песни звучат на фоне современной электронной музыки. И на удивление, не противоречия, а дополняя друг друга. Я, по-моему, сюда, мне кажется, вложила этого Тургенева, каким я его вижу. Это наша Россия, это наша исконная, это наша душа, это лирика необыкновенная, это пейзажи. Вообще поляки очень сентиментальный народ, невзирая ни на что. И они очень чувствительны к поэзии, к музыке. Они любят это. И у них душа работает сразу. Режиссер спектакля «Москвичка», но уже очень давно живет в Польше. Работает в двух театрах. Один государственный, другой частный. Репертуарных, таких как в России, за Неманом очень мало. Очень сложно в Польше, как, наверное, и везде. Нужен этот петух, который в конце концов прокукарекает, что-то поменяется. А я иногда говорю себе, может быть, это буду я. То есть нужны перемены, потому что то, что сейчас происходит, просто уже, извините за прямоту, просто страшно. В искусстве очень-очень-очень сложно. Путь из Варшавы не близкий, так что волковцы помогли с декорациями. Нашли живописный реквизит. Даже березку подыскали в лесу с листочками. Поляки очень любят русское искусство, и они умеют. Они умеют дифференцировать искусство от политики, что очень приятно. То есть это воспитанная нация в этом плане очень. Марина Смарагдова, Василий Мосин, городской телеканал.